прекрасный денек. Пора отдохнуть. Что это у меня на носу? Это прыщик. А, он огромный. Привет. Мне тут нравится. Думаю, устроюсь поудобнее. А, не помогли мне дорогие лосьоны. О, есть идея. Спрячу его под слоем косметики. Прекрати, у меня аллергия. Апчи, хватит. А, это не помогло. Мой консилер должно сработать. Чувствую себя гламурно. Но это не мой цвет. О, да ладно. Ну все, применим крайние меры. Эй, не делай этого. Давай поговорим. Извини, давай дружить. Нет, нет. Я никуда не спешу. А, как это раздражает. А, я бы сейчас слона съела. Все исправит печенька. Будет так вкусно. Иди к мамочке. А? Я до смерти испугалась. А, моя печенька сейчас упадет. Нет! Помогите! Я падаю! А, синяк останется. А, смотрите, сколько мусора. Ю-ху! Я бы вся в него зарылась. Это все еще можно есть? А, как она так быстро стала такой грязной? О, не хочу, чтобы это оказалось у меня во рту. О, это лучший день в моей жизни. Мерзость. Она же все равно съедобная, да? Но мусор есть не стоит. Ну да ладно. Черт, она съест что угодно. Ужас. Кусочек сочного арбуза. Этот ножик подойдет. О! Избавимся от этого. Да чего приятно. Аккуратно и гладко. И последнее. Вкуснятина. Просто блаженство. Ну и денек. О, наконец-то я дома. Скорее снять обувь и расслабиться. Чудесно. О, как мило. Ту-ту. О нет, на пути замок. Этот поезд ничто не остановит. Дорогу. Вау, эта штука прочная. Ту-ту. Мэтью, не делай так. О нет, какой беспорядок. Кубики Лего повсюду. Я не могу идти по ним без обуви. И я не хочу снова ее надевать. Есть только один выход. Вот так. Повезло. Воу! Эй, осторожно! Не наступи на нас! Еще немножко. Получилось. Мои нежные ступни не пострадали. А? О, голые ноги. Время повеселиться. А ну-ка. Моя нога! Что там такое? О, нет, у меня проблемы. На-на. О, почему на полу леденец? Эй, я хотела его съесть позже. Ау, больно. О, бедняжка, пожалуйста, не плачь. Все хорошо, солнышко. Стой, это урок химии? Это очень простая структура. Скучно. Сделаем селфи. О, ладно. Что там у вас происходит? Положи телефон немедленно. Дай его мне быстро. Я просто немного развлекаюсь. Химия – это не развлечение. Итак, как я уже говорила... Ух ты, какие чистые зубы. Он, наверное, ниткой чистит. Даешь вечеринку. Придумал. Устрою веселье сам. А поможет мне эта жвачка. К счастью, я очень меткий. Поиск цели. Цель найдена. О, крутая идея. Так, я готова. Поехали. Огонь! Я лечу! Что это было? О, как красиво. Я здесь надолго задержусь. Джаред! Ну все, останешься после уроков. Это Лиззи, клянусь. О, нет.
Нет, ничего подобного, это не я. Нужно это убрать. Вау! Осторожно! Мне надо держаться за волосы. Она прилипла. Я в западне. Ау! Вот так. Отвратительно. Кто-то об этом пожалеет. Не понимаю, о чем вы говорите. Снимите это с меня. Эй, можешь помочь? Не могу поверить, что Джейк это сделал. Вау, обхохочешься. Пора перекусить. Ага, мармеладки. Уже слюнки текут. Поехали! Посмотрим, с чем мы имеем дело. О, брекеты. Круто. Вкусно. Но мармелад прилип к брекетам. Зубочистка поможет. Что такое? Дай сюда. А? Никакой пользы. Мне это больше не нужно. Попробуем жвачку. Она всегда выручит. Эй, ботан, нам надо поговорить. Опять ты. Есть только один способ это решить. Да, давай. Ау, почему ты такая злюка? Пойдем. Это сработало. Ух ты. Реально противно. Почему он так долго? Ау! Ух, извини. А? Откуда это взялось? Так странно. Эй, бесплатный леденец, не откажусь. Здесь мило. Даже не хочется портить. Ау! Что такое? Это что, мой зуб? Я пошел домой. О, я это заберу. Работает безотказно. Если бы еда умела говорить, ей было бы что вам сказать. Сейчас поймете, о чем я. Готов к самому грандиозному взрыву. Закидывай конфетки, Крис. Нет! Я падаю! Ого! Откуда ты упала? Что вообще происходит? Глупые ледишки! Не волнуйся, они за это заплатят! Это сахарный вулкан! Эта картошка так вкусно пахнет! Мечтала об этом весь день! О, как интересно! Очень хочется есть! Картошке фри нужен кетчуп! Какую из них съесть? Первый! Эй, посмотрите туда! Привет, выбери меня! Так трудно выбрать! Эту? Нет! А как насчет вон той? Меня! Выбери меня! Я такой солененький! Нет, съем вот эту! Я знал! Все от меня без ума! Минуточку! Кетчуп! Вот это да! Окуни меня! Давай еще! Еще немножко! О, да! Просто супер! Какое классное чувство! Ух ты! Кетчуп ему к лицу! Так стильно! Да чего вкусно! Нет! За что? Он был такой молодой! Пальчики оближешь! Готова есть весь день! Мне нехорошо! Пожалуйста, не надо! Эй! Что такое? Куда они делись? Вау! Тик-ток сегодня просто отпад! А вот это брокколи так себе! О, овощ за бортом! Как мне ее оттуда достать? Ох, немного запылилась. Кажется, я видела там леденец. Я потеряла его почти год назад. Мэдисон, ты нашла меня? Нет, я на диете. Счастье было так близко. Зелень намного полезнее. Эй! Но я же вкуснее. О, кого я обманываю? Я бы не отказалась от сладкой клубнички. И леденец совсем не испортился. Я знаю, ты же хочешь меня. Можешь сесть на свою диету завтра. Но я только лизну пару раз. Да, этот вариант намного лучше. Я салат могу и потом поесть. По
Подари мне свою любовь! Стоп! Держи себя в руках! Но я думала, ты меня любишь. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Сейчас ты попадешься в сахарную ловушку. Сахар! Без меня ты умрешь, Мэдисон. Мне нужен сахар. Вот так, не отвлекайся, смотри на меня. Лизни всего один разочек. Ладно, только разок попробую. С возвращением! Еще чуть ближе. Я готова лизать его весь день. Больше никогда не притронусь к брокколи. Я так счастлива. Фильм такой страшный. Мэтью, мне это не нравится. Ты шутишь? Все круто. Не ходи туда. Не могу смотреть. Хватит чапкать. Ты что-то сказала? Дай мне этот пакет. Мне фильм не слышно. О, нет, не делай этого! Что? Ну как? Спасибо. Хороший мальчик, ешь на здоровье. Ты издеваешься? Ну все. Так-то лучше. О, да ладно! Серьезно? От меня не избавиться! Теперь это личное. И что ты сделаешь? Хрустящие. Я так больше не могу. Эй, ты сам виноват. По крайней мере, у меня есть это. Она здесь работает? Классно выглядите. Больше никакого шуршания. Пока-пока. Наконец-то. А потом человек выбросил тебе ведро, к чему катится мир. Мне так скучно. Не ешь меня. Нам-нам-нам-нам. Привет. Зуб замучил. Можно войти? Я тут просто тренировалась. Пожалуйста, садитесь. Мне срочно нужна помощь. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Тут нет ничего сложного. Откройте рот пошире. Ну уж нет. Что за шутки? Не подходите. Ладно. Всегда работает. Кажется, я что-то вижу. Здесь вечеринка. Ты тоже заходи. Погляжу поближе. Эй, леди, слишком ярко. Эй, ты портишь всю обстановку. Хорошо, что я подготовился. Надо подумать. Есть идея. Тут поможет струя воды. Воу, хватит. Я уже принимал душ сегодня. Не сработало. Здесь нужно что-то помощнее. Ага. Серьезно? Я помню, чем это закончилось однажды. Зубы валялись повсюду. Возьму лучше щипцы. Приступим. У-ху! Промахнулась. Это не так просто. Почти удалось. Отпусти меня. Так нечестно. Я никуда не пойду. Достала. Такая большая конфета. Вау, мне уже лучше. Это просто чудо. Спасибо большое. Просто делаю свою работу. Уф-уф, отстань. Помни, ты профессионал. Блин, надеюсь, я хорошо выгляжу. Прекрасно выглядишь, Мэдисон. Какие красивые губы. Секундочку. Фу, какой неприятный запах. Прошу прощения. Ну же, где моя жвачка? Надеюсь, поможет. Тут все в порядке. И откуда это так воняет? Бинго! Эта бактерия все разрушает. Только не в мою смену. Оу, я тебя не заметил, жвачка. Ха, попробуй одолеть меня, леди. Ха, это будет проще простого. Оу, да? Ха! Оу, нет, мимо. И это все? Эту силу тебе не побороть. Бум! Ха, промазала. Я пока только разогреваюсь. Вот тебе.
Вау! Вот это скорость! Но я быстрее! Ах так! Ну все, ты сам напросился! Погоди! Эта штука огромная! Ха! Со мной шутки плохи. Теперь тут чистенько. Все в порядке. Сработало? Да. Так, что ты там говорила? Я выполнила свое предназначение. Добро пожаловать в клуб. Что? Нет. Надеюсь, я нормально выгляжу. Ну, поехали. Вот оно, наш первый поцелуй. Я такая голодная. Что бы мне съесть? Салат. Отличная идея. Здоровая и вкусная еда. Надеюсь, у меня есть все, что нужно. Так, поглядим. Привет! Приятно проводить время вместе. Возьми меня, меня! Обещаю много хруста и витаминов. Ну же, ты знаешь, чего хочешь. Трудно выбрать. Взгляни на меня, я супер! Хорошо. Да, угу! Вы это видели? Мамочки! Это я тоже возьму. Помню, когда я был маленьким семечком. О, привет, дорогуша. Меня все забыли. Я это есть не буду. Тебе место в ведре. Я лечу! О! За что? Ну, погоди. Какой чудесный день! Это то, что мне нужно. Да чего вкусно? А? Что? О, мне звонят. Но мое мороженое. Положи его на секундочку. Привет, как дела? Я знаю, так жарко. А, ну и денек. Эй, можешь не торопиться, я позагораю. И правда, тепло сегодня. Я тут начинаю потеть. О, как бы мне охладиться. Эй, послушай, мне уже реально жарко. Приходи сюда, я сейчас у бассейна. Тебе понравится, спасатель такой милашка. О, ненавижу это. Эй, ты про меня забыла, что ли? О, я таю, таю. Я превращаюсь в лужу. Какой бесславный конец. Это уже не шутки. Прощай, жестокий мир. Буду рада тебя видеть. Постой, о нет, мое мороженое. А, оно было вкусное. Это уже не хочу. Извини. Так вот, кажется, у спасателя есть приятель. Бум! Вот как это делается. О, я и забыл, что у меня есть это. Этот чувак смотрит на нас? Идите к папочке. Фисташек много не бывает. Ну уж нет, нет, даже не думай. Осталась всего одна. Да что с ней не так? Попробую раскусить зубами. Держи рот открытым, парень. Ну давай. Прекрати уже. Перейдем к более жестким мерам. Открывайся! Ау! Давай, скорлупка, это должно сработать. О, да вы издеваетесь. О, похоже, пора сдаваться. Ну и ладно. Ах, наконец-то я дома. Фисташка? Нет, только не снова. Похоже, она вся моя. Пора завтракать. О, я не выспался. Ням-ням-ням. Папе нужен кофе, милая. Только что сварен. А? Что такое? О, точно. Нужно покормить Лизи. Пап, я есть хочу. О, рецепт. Вроде все просто. Даже я справлюсь. Где у нас сковородка и яйцо? Глядите, я шеф-повар.
Разобьем скорлупу. Вау, свобода! Упс, нужно включить плиту. Загар мне не помешает. О, да. Еда, еда, еда! Чем это пахнет? Папочка! О, я не сплю. О, яйцо! Ого, пол и впрямь лава. Помогите! Что же делать? О, есть идея. Ну же. Воу! Эй, мне отсюда холодильник видно. Оу, что это? Поможешь немного? Ну, это тоже еда. Хрустит. Отличная работа, пап. Может, мне стоит чаще готовить? Нет ничего лучше, чем разделить ужин с другом. Но настолько ли вы близки, чтобы отдать последний кусок пиццы? Ешь ты! Спасибо, это так мило! Тогда я возьму этот кусочек. Перец? Фу, он же противный. У тебя все в порядке? Лучше не бывает. Шикарное местечко! Но здесь не помешает немного огонька. Так-то лучше! Боже, у меня во рту все горит! Крис, у тебя точно все хорошо? У нас осталось что-нибудь попить. Эй, это молоко? Можно я его стащу? Пожалуйста, у меня во рту пожар. Спасибо. А вот и источник пожара. Вся такая из себя горячая. Вот для чего я был рожден. Эй! Что? Сейчас я потушу твой огонь. Я только что уложила волосы, чувак! Готово! Я ничто без моей остроты! Я вам покажу! Будет только хуже! Жизнь ничему ее не учит. Только не это! Ладно, я сдаюсь. Так я и думал. Фух! Я так испугался. Мы все испугались. Как ребенок. Не все любят острое, верно? Не может быть. Лиззи, погляди. Да, очень смешно. Зацени это, обхохочешься. Обойдусь. Ха-ха-ха, и как они это делают? А, мне нужно перекусить. Так, буду джентльменом. Хочешь? Ну давай, не стесняйся. Джаред! Прости, и зачем так кричать? Оу, есть задумка. Это будет эпично. Теперь надо подождать. Где это я? Эй, приятель, что происходит? Не работает. Похоже, надо вручную. Сожмем немного вот так. О, похоже на какашку. Идеально. Не терпится увидеть ее лицо. Эй, парень, что ты сделал? Я был таким вкусным. Лиззи. Ну что еще? Пошли уже, мне скучно. Ну же. Ладно. Мне это не нравится. Постой! Нет! Нет, пожалуйста! Да! Отпад! Сработало! О, гадость! Все ноги в какашках. За что мне все это? На-на! Ты как маленький!
Эта игра такая трудная? Говори за себя. Какая классная пицца. О, я тоже попробую. Ты прав. Вкусно. Хочу еще кусочек. А? Твоя рука такая теплая и грязная. Я не знала, что ты так ко мне относишься. О, Мэтью. Да. Так забавно. Возьми это. Нет, это твое. Да нет же, бери. Народ, я остываю. О, да. Правда? Получилось, я это сделал. Ребята, ребята! Все еще не решили? Пожалуйста, возьми. О, ладно. Что? Я просто из вежливости. Теперь он мой. Не так быстро. Мэтью, отдай. Нет уж, это мое. Дай сюда. Ребята, это еще хуже. О, нет. Какой стыд. Прекратите. Я это хочу. Вообще-то, теперь я не знаю. О, я уже не хочу. Вы хотели меня только из-за топпингов? Чувствую себя обманутым. Ну же, еще два очка. А, снова проиграл. Эй, а это тут как оказалось? Выглядит вкусненько. От одного вреда не будет. Еще и мой любимый вкус. А, да, то, что надо. Как тут миленько. Какому бы зубу мне приклеиться? Они мне все так нравятся. Первый кусочек всегда самый вкусный, но и второй ему не уступает. Я накрою тебя сахарком, зубик. Тебе всегда будет сладко. Или еще лучше. Оставлю-ка я более длительный след. Ох, супер! А, эта штука убивает. Этот зуб останется моим навечно. Красиво получилось. Перейдем к следующему. О, мне надо к зубному. Больше никакого сахара. Доктор, пожалуйста, мне нужна ваша помощь. Задумались о том, что бы вам сказал бутерброд, который вы съели на обед? Что ж, теперь у вас хотя бы есть представление. Не забывайте поделиться этим роликом с друзьями. Пусть тоже посмеются.